Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу показать свой клеродендрум Томпсона и расскажу, как я за ним ухаживаю. Мне в комментариях уже пишут, спрашивают про него, почему я его не показываю, что с ним. И вот с ним все хорошо, просто растений много. И много растений, конечно, я не показываю в своих видео. Все не покажешь сразу. И вот наверстываем упущенное. Мой клеродендрум после обрезки. Я его осенью обрезала очень хорошо. И вот он нарастил себе вот такую шапочку. И зацвел. Он везде, в принципе, набирает вот цвет. Но вот с этой стороны, смотрите. Вон сколько цветочков. А так вот здесь цветоносы появляются, вот здесь. То есть все хорошо у нас. Ну, так как он у меня стоит, уже видно, да? А, вот эта часть повернулась вся к окну. Ну, вроде я его, знаете, вот так вот поворачиваю, но все же вот так вот он у меня растет. Это тропическое у нас растение. В природе можно его встретить в тропической части Африки и Южной Америки. Можно выращивать деревцем, лианой. Он очень хорошо переносит обрезки. То есть обрезка можно формировать, например, кустик. Такой величины, такого размера, какого вы хотите видеть его в дальнейшем. Ну вот я решила его обрезать, и мне нравится. Обрезка провоцирует цветение, в первую же очередь, да. И во-вторых, это очень симпатично даже смотрится. Например, такой небольшой кустарничек, его можно, конечно, вырастить и побольше. Ну вот к чему я сейчас и стремлюсь. Я сейчас его пока обрезать не буду. Я хочу, чтобы он нарастил подлиннее свои побеги. Ну, так как все равно это лиана, да, он очень быстро вырастает у него вот эти длинные побеги. И их, конечно, лучше укорачивать, чтобы они не тянулись, а держали какую-то форму. Он не только красиво цветет, но он имеет еще очень красивые листья. Посмотрите, они блестящие, большие такие, зеленые. Ну, прям вообще красиво. У меня есть видео на канале и пересадка, и также я рассказывала, как я за ним ухаживаю. По-моему, даже и обрезка у меня есть на видео. Кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Клеродендрумы, ну именно клеродендрум Томпсон, предпочитает светлое, даже солнечный свет, но рассеянный, чтобы его прямые солнечные лучи не обжигали его красивые листья. Когда света недостаточно, он может капризничать и не цвести, то есть он светолюбивый. Поливаться он любит обильно, но если обильный полив, но не частый, то есть нужно грунт, чтобы подсыхал между поливами. Грунт должен просыхать между поливом. Очень смотрится декоративно, конечно. Мне очень нравится. Также клеродендрум любит подкормки. Я подкармливаю его удобрением для цветущих растений. Но я использую фертикулюкс. Я уже говорила, что я все растения удобряю этим удобрением. Смотрите, здесь просто много цветочков появляется. Такая красота. А потом из серединки же появляются такие красные, красивые. У меня даже где-то семена даже созревали. Ягодки такие. Но я не садила ничего, конечно. Вот такой мой дружочек, красавчик. Грунт я использую универсальный.
Ну и добавляю туда разные разрыхлители. Либо перлит, вермикулит. Могу сказать, что он неприхотливый. Прост в уходе. Так что советую завести такого красавца, если у кого-то еще нет. Моему клеродендруму года 4 это точно. Может даже и побольше, даже может быть и 5. У него такой стволик уже там утолщенный. Сейчас постараюсь показать. Ну, как раз кустарничек, видите? Даже листочки сухие там лежат. И вот видите, грунт, он не любит перелива. Он даже, вот видите, сухой прям. Ну, я листья эти не убираю, как бы это тоже получается как удобрение. Ну, просто украшу их, потом листочки поливаю, и получается такая вот почва. С вредителями, ну, я, конечно, да, боролась с ним. Клещ паутинный был. И все, больше я с родителями не сталкивалась. Ну, клещ так как-то я быстро вроде от него отделалась. Просто использовала фитоверм. И все нормально. Но листья хорошие. Я его часто не опрыскиваю. Могу сказать, что я его вообще не опрыскиваю. И видите, кончики какие хорошие все. Листья прям жируют. Стоит он у меня в ванной комнате, напротив окна. Ну, ему очень нравится. Может быть, там и влажность повыше, поэтому и листочки хорошие. Не терпит он, конечно, рядом с собой отопительных приборов. Ну, все, наверное, растения не любят батареи. Воздух, потому что сухой. Становится и начинают сохнуть кончики листьев. И еще, конечно, повторюсь, он любит обрезки, прям любит. Так что, если у вас есть клеродендрум Томпсона, то почаще его стригите. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.